Ребятки, всем привет! Итак, мы в Заряд 33 постоянно работаем над пополнением ассортимента, потому что где-то на заводах проходит апгрейд линий, проходят улучшения какие-то в технологии, где-то просто появляются новые линейки аккумуляторов. И вот, наконец-то, наш елабужский аккумуляторный завод выпустил линейку аккумуляторов Декус. Линейка премиальная, с огромными пусковыми, с различными плюшками. То есть, на первый взгляд, она мне очень понравилась. Посмотрим, как в бою себя батарейки зарекомендует. Просто вот одни цифры голые, 77 ампер-часов выдает 850 ампер пускового тока. То есть, это практически 100 амперник. Да не практически, это 100-110 амперник в маленьком удобном корпусе. То есть, это как раз вариант на дизель, на какой-то огромный движок бензиновый. То есть, очень и очень достойные батареи. Как я сказал, очень много плюшек здесь в батарейках привлечено, использовано, с которыми я, например, только-только познакомился, когда изучал именно вот эту батарею. Рассказывать про них, немного муторно, и это все надо объяснять скорее на производстве. Если как-нибудь поеду на производство, то обязательно все это объясню досконально. Но в целом мне всегда хотелось иметь какую-то линейку, которая будет такой изюминкой, прям вот на какого-то покупателя, который не хочу это, не хочу это, а вот это вот здорово. И вот хочется всегда вас удивить и предложить что-то хорошее. И вот к вашему вниманию пока что идет 60-ка и 77 ампер-часов. То есть все это в наличии, если кто-то заинтересовался. Ребята, пишите в личку, звоните, приходите в магазин, смотрите. Дам подробную консультацию. Пока есть европейская линейка в наличии. Дальше, думаю, будет больше. А пока оставайтесь с нами. Всем легкого старта. Пока-пока.